для Сергея с говорящей фамилией Светиков подниматься почти под самый потолок Ледового дворца – дело привычное. Иначе заменить лампы освещения просто невозможно. Он работает электриком в Армаде уже 10-й год. Профессия Сергея к спорту отношения не имеет. Но без его мастерства здесь не было бы ни тренировок, ни соревнований. То есть с помощью гидроподъемного дизельного механизма мы выезжаем на поле, поднимаемся, снимаем неисправные, ставим отремонтированные светильники. Пока спортсмены в отпуске, Армада не пустует. Ледовый дворец готовят к новому сезону. Чинят, моют и красят. Профилактике льда особое внимание. Задел на будущее сделали еще в прошлом году. Поэтому сейчас работы у специалистов Армады меньше. Профилактика льда, так называемая, она была в прошлом году. Это было связано с тем, что мы меняли холодильное оборудование, меняли напольное покрытие. Для этого нужно было топить лед. На завершение всех работ осталось около месяца. Уже в июле в Ледовый дворец вернутся хоккеисты и фигуристы. Настанет их черед готовиться к новому сезону. Влада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».